Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Unit 1, секция 10, упражнение 77. Read the text and answer the question. Прочитайте текст и ответьте на вопрос. What is the British protest against new telephone boxes? Почему британцы были против новых телефонных будок? Текст небольшой. The famous British red telephone box was designed by Sir Scott in the 1920s and 1930s. Известная британская красная телефонная будка была разработана сэром Скоттом в 1920-х и 30-х годах. In 1985 most of them were replaced by modern telephone boxes. В 1985 большинство из них было заменено современными телефонными будками. The people protested so much that the old red boxes were put back in London streets. Люди возмущались так сильно, что старые красные будки были возвращены на улицы Лондона. Итак, понятно, да, почему будки были возвращены? Потому что люди протестовали. Наверное, они привыкли к красным будкам как символу Великобритании. Ну, давайте скажем. I think British protested against new telephone boxes because the old red boxes got into a habit for them and they liked them much. Я думаю, британцы возражали против новых телефонных будок, потому что старые красные будки вошли в привычку для них и очень им нравились. Окей, упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.